Посетители с интересом рассматривают мозаичный пол 4 века до нашей эры, окруженный предметами домашнего обихода. Но это не музей, а просто новая станция метро в Греции. Она появилась в городе Пирей. Это морской порт недалеко от столицы. Все это нашли при строительстве новой линии метро, которая соединяет морской порт с Афинским аэропортом. Среди артефактов – оригинальные части и копии древней оросительной системы, колодцев и цистерн. Археологи смогли поработать на глубине в 17 метров. Раскопки длились 10 лет. За это время построили 6 станций. Самым значимым для нас было то, что мы нашли мелкие предметы. Инструменты, детали мебели, о которых мы не знали. Пока мы еще не уверены, как многие из них использовали. Перед нами открылось огромное поле для исследований. Проект был достаточно сложным. Строителям приходилось вкладываться в сроки, при этом оказывать всю помощь археологам. Главной задачей было вложиться в изначальную сумму – 730 миллионов евро. Для этого разработали особую систему, когда землю помещали в мешки и доставляли на поверхность, а затем ученые ее досконально исследовали. Мы доказали, что эти две команды могут сосуществовать здесь, в Пирее. Посмотрите, эта станция почти как музей. Одна из самых редких находок – деревянная дверь дома. Ее нашли в глубокой цистерне, где было мало кислорода и много влажной почвы. Только благодаря этому она уцелела. Новая ветка значительно облегчила путешествие туристов на греческие острова. Теперь они прямо из аэропорта могут менее чем за час попасть в порт и сесть на нужное судно. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.